А, вот тут еще. За 20 лет работы компания помогла украсить площадки более 5 центров для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Центр «Апрель» не стал исключением. В этом году на обновление горок, беседок и качелей вышли десятки профессиональных мастеров. Руководители Сургутлака уверены, что необходимо подавать подрастающему поколению хороший пример бескорыстных поступков. Они, так сказать, наши последователи и представители тех или иных сфер, вида деятельности, направлений, может быть, дальше даже так же и мы. Поэтому данная помощь, она и содействие, она нацелена все-таки на перспективу для того, чтобы дети росли, в первую очередь, людьми. Раньше в апреле игровые площадки приводили в порядок своими силами. Поэтому подарок компании «Сургутлак», приуроченный ко Дню защиты детей, в преддверии лета пришелся как никогда кстати. Узнав об акции «Подари радость детям», которую проводит телерадиокомпания «Сургутинтерновости», и о востребованности обновления детских сооружений в Центре социальной помощи семье и детям, руководители фирмы сразу пришли на помощь. На всю работу потребовалось около 80 литров краски. Сейчас на радость детям их любимые игровые городки засияли новыми яркими красками. Сеть магазинов «Сургутлак» откликнулись на нашу просьбу, приехали со своей инициативной группой и, как вы можете видеть, то есть обновили наши домики, наполнили их насыщенными красками. То есть дети, когда будут выходить гулять, у них будет больше настроения, больше цветов, потому что яркие краски по жизни, они добавляют кучу положительных эмоций. Теперь несколько десятков мальчиков и девочек, чьи семьи оказались в сложной жизненной ситуации, будут играть на ярких качелях и горках. А творческий концерт ко Дню защиты детей они проведут на обновленной сцене. Акция «Подари радость детям» продолжается. До 1 июня в телерадиокомпании «Сургутинтерновости» мы ждем одежду, игрушки, средства гигиены, канцелярские товары для ребят, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Виктория Дрягина, Борис Шибалдов, «Сургутинтерновости».